Садик и школу только со справкой. В детской поликлинике на улице Пушкарева обследуется 13 тысяч детей. Большая часть из ребят – те, кто пойдет в детский сад и школу, проходит медицинский осмотр. Малыши 2017 года рождения обследуются у всех специалистов. Тем, кто помладше на год, достаточно показаться педиатру и стоматологу. Работа врачей организована так, чтобы не было очередей. Всех детей записывают ко времени. Часть детей у нас были осмотрены специалистами в организованных коллективах, пока они функционировали в полном объеме, то есть до начала вот ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Вот, потом был небольшой, так скажем, перерыв в работе. Сейчас возобновлены и вакцинация, и проведение медосмотра. Татьяна Табакова вместе с дочкой готовится к школе. Обследование у специалистов – обязательное условие для первоклассников. Несмотря на снятие некоторых ограничений, в поликлинике строго соблюдаются правила безопасности. Нам измеряют температуру перед входом в поликлинику, соблюдаем масочный режим, обрабатываем руки дезинфицирующим средством. Чтобы записать ребенка на медосмотр, необходимо обратиться к участковому врачу. Родителям первоклашек стоит поторопиться. До 1 сентября осталось не так много времени. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.